Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет – народный букмекер! Дмитрий Анатольевич, насколько довольны сегодняшней игрой? Да, мы довольны сегодняшней игрой. Самое главное, в этих условиях нужно было показать положительный результат, и мы его добились. Вот. Забили 3 гола, к сожалению, в конце не обязательно гол пропустили, но это футбол. Мы прекрасно понимали, что нас ждет сложный матч, все-таки это дерби. Настраивались, и да, мы довольны результатом. 2 пропущенных мяча – это в большей степени потери концентрации? Ну, сейчас тяжело кого-то обвинить в потере концентрации. Обычно это ошибки. Поэтому мы в кратчайшие сроки разберем эти моменты и мы их исправим. То, что Хызарапаев, Андрей Никитин изначально не вышли в стартовом составе, это ротация перед кубком или определенные тактические задумки? Но это были все-таки наши тактические задумки. Мы старались не держать в голове ближайший матч на кубок. Вот, потому что очень важно было сейчас и здесь выиграть. Поэтому это все-таки моменты, связанные с тактическими вещами. Что с Ильей Свиновым? Он был заменен в перерыве. Как он себя чувствует? Ну, на самом деле сейчас ситуация очень сложная, потому что нужно будет в кратчайшие сроки поставить диагноз. Пока я не могу точно сказать, насколько серьезно повреждение. Я думаю, что в понедельник, наверное, будет обследование, и уже будем точно знать тогда характер травмы.